Всем привет! Это команда Pro Beauty Space. Собрали для вас самые креативные идеи осеннего маникюра, которые добавят тепла и уюта в ваши образы. Осень уже в самом разгаре, и это значит, что пора вдохновляться яркими красками и уютными идеями для дизайна ваших ногтей. От нежных пастельных оттенков до ярких осенних мотивов у нас найдется вариант маникюра для каждой из вас. Мы покажем, как легко и быстро создать дизайны, которые точно привлекут внимание. С чем в первую очередь ассоциируется осень? Конечно же, с желтыми листьями. Без листьев не обходится и в нейл-дизайне. Осенний лист можно изобразить на ногте и в графичном варианте. Рисуем черным гель-лаком диагональную полоску, а далее горизонтальные под углом полосы. Немного тонируем листочек зеленым и оранжевым гель-лаком. Ну и матовый топ в завершении. Можно очень креативно обыграть осеннюю листву. Нарисуйте на ногтях бабочек, но прорисуйте крылышки, как листья деревьев. И такой дизайн будет радовать в прохладную осеннюю погоду. Еще один листочек для осеннего дизайна. Оранжевый кленовый с растекайкой и обводкой белой гель-краской. Осенние листочки с раскраской под тигра. Нарисуйте подмалевок белым гель-лаком, просушите, а далее с помощью желтого и оранжевого гель-лаков сделайте небольшой градиент. Заполните листочки тигриным принтом. Ну и еще один важный атрибут осени, конечно, зонтик. Анималистичный дизайн очень популярен и в одежде, и в маникюре. А если стилизовать осенний зонтик, разукрасив его в леопардовый принт и добавить немного золотой паталии, получится трендовый и осенний дизайн. Милая оранжевая тыква – еще один символ осени. А если вы собрались на вечеринку в стиле Хэллоуин, то без тыквочки на ногтях никак не обойтись. Можно пойти простым способом, приобрести слайдеры или наклейки в виде тыкв, а можно создать ее самостоятельно. Смотрите и такую идею тыквы, назовем ее праздничной. Для этого на непросушенный оранжевый гель-лак посыпьте оранжевые блестки. Прорисуйте все черным гель-лаком и добавьте объема с помощью густого геля или топа. Бетон на ногтях может выглядеть очень стильно. К тому же оттенок мокрого асфальта является трендовым в этом сезоне. Для этого интересного и стильного дизайна потребуется секретный инструмент – кусочек губки для мытья посуды. Окунаем губку в гель-краску серого, белого цвета и отпечатываем на ногте. Не забудьте покрыть матовым топом. Объемный и необычный рисунок подойдет ценителям корейских дизайнов. Берем густой гель, рисуем произвольные линии, потом перекрываем цветным гель-лаком и матовым топом. На ногтях можно рисовать не только специализированными материалами. Для красивых дизайнов сгодятся и акварельные краски. Тем более с помощью акварели получаются действительно красивые рисунки. Мухомор может быть опасен только в природе, а вот на ногтях он выглядит милым и совершенно безопасным. А теперь рассмотрим простой и быстрый дизайн, напоминающий осенний мокрый асфальт. Берем полипалитру, делаем мазок прозрачным топом и смешиваем черный гель-лак. А далее в дизайне поможет перенести этот рисунок штамп от стемпинга. Переносим на ноготь, приклеиваем слайдер и перекрываем матовым топом. Какой оттенок еще набирает обороты осенью? Да, золотой. Маникюр с золотыми акцентами отлично подойдет для осеннего сезона. Дизайн в стиле дорого-богато, но без перебора. Приклеиваем паталь, наносим гель-лак для растекания и с помощью белого гель-лака делаем текстуру. Чтобы фольга хорошо отпечатывалась, не обязательно покупать специальный гель-лак. Покройте ноготь любым выбранным гель-лаком, просушите в лампе, сотрите липкий слой и с помощью праймера отпечатайте фольгу. Ну а добавив небольшие штрихи, получится красивый дизайн. Еще один дизайн с помощью фольги отпечатываем на черный гель-лак. Ну а стемпинг в виде букв добавит стильную изюминку в данный дизайн. Рябина на ногтях также очень популярна среди осенних рисунков. И это, пожалуй, самый любимый мой дизайн. Лист рябины с тенью.
Смешайте черный гель-лак с прозрачным топом. Нарисуйте веточку с листочками. А далее продублируйте рисунок, чуть отступая от нарисованной тени. А если ягодки сделать немного объемнее с помощью геля, то они получатся практически как натуральные. Этот дизайн напоминает теплый плед с рисунками цветов. Почему бы не разнообразить маникюр подобным дизайном? Прекрасно сочетающиеся цвета, серый и желтый, будут уместно смотреться в осеннем маникюре. Осень ассоциируется не только с холодами, дождями и серостью. В конце октября празднуют Хэллоуин. Кстати, на днях на нашем портале вышла статья, где мы рассказывали просто о сотне вариантов дизайнов к Хэллоуину. Переходите по ссылке в описании к видео и вдохновляйтесь. Это была подборка осенних дизайнов ногтей. Делитесь с друзьями этим видео, воплощайте наши идеи в реальность и не забудьте подписаться. До встречи в следующем видео!